Я всех приветствую на своем канале. Хочу поблагодарить всех своих подписчиков за добрые слова, за гуру, за маэстро. Я обычный человек с небольшими познаниями в нумизматике и антиквариате. Друзья, вот интересная, классная находочка. Гривночка попалась, но вот сколько я их перебираю, в UNC мне не попадается. Вот 2005 UNC попалась. То есть монетка, которая, ну, она как бы считается не была в обращении, то есть какие-то легкие потертости, царапины мелкие, это все допускается в этих, скажем так, в категориях Unicirculated. Вот. Но мне не попадалась такая гривна ни разу в таком состоянии. Представьте, 2005 год. Это, а сегодня у нас 17-й, на секундочку, да? Не знаю, может кому-то попадалось. Мне первый раз в таком состоянии попалось. Ну вот, решил снять видео и показать вам такую гривночку. И сейчас вам еще покажу 2006 года. Тоже UNC попалась. Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Будет очень много интересных видео. И до новых встреч!